Лекция мастера Чома «Алхимические эликсиры». Питательный эликсир. Питательный эликсир. Эрдан. Эликсир, в общем-то, который предопределяет всю идею не только алхимической науки, но всю идею существования нашего тела. Это очень многофункциональное понятие даже или значение, в которое входит условное разделение на внутреннюю и внешнюю алхимию, где, конечно же, должна быть создана опора, которая создается благодаря тяжелому или плотному эликсиру, в результате которого мы имеем опору на наше сознание. Без сознания, без управления мы не можем создать корректное тело. Ну, или правильно сказать, тигель. И после того, как у нас создана структура киноварного поля или тигель, который также соотносится с первым эликсиром, после того, как создана опора, вообще опора для тела, которая сама по себе рассматривается как питательный аспект и основа внутренней алхимии, входит понятие единого тела. Мы, собственно, должны вовлечься в понимание питания вообще, потому что в реальности нет понимания внутреннего или внешнего питания, так как нам важна энергетическая основа питания, которую мы должны уметь усваивать. Ведь даже принимая ту или иную пищу, говоря об ее энергетической ценности, возникает большой вопрос о реальности, или мы воспринимаем эту энергетическую ценность. Возьмем энергетическую ценность витамина какого-либо А. И одно дело, когда мы принимаем какой-то продукт, а другое дело, когда мы работаем с энергией этого продукта. Каждый продукт, какой бы он ни был, он многофункционален. Чем чище продукт, тем глубже энергия в нем. И умение понимать, сонастраиваться с энергией продукта является важным аспектом, где основополагающим для нас, конечно, является слюна. Кроме этого, умея настраивать себя на получение питательного эликсира, где мы понимаем не только внутреннее питание или внешнее, хотя для алхимика нет понятия внешнего и внутреннего питания, есть понимание, что делается с этим питанием, или что питание делает с нами. Мы можем подготовить себя к более сложному, более важному эликсиру, магическому. То есть питание, питательный эликсир, он как бы выращивает гриб, магический гриб, линжи, который потом используется для получение эликсира посредством дыхания. То есть нельзя заниматься дыханием, не поняв эликсира, который мы получаем посредством питания, так как на питательный эликсир, собственно говоря, опирается уже эликсир, связанный с дыханием. Это очень важно, иначе мы будем заниматься не формированием дыхательных свойств, связанных с эликсиром, а просто будем заниматься окислением тела, то есть сжигать себя. Хотя, конечно, при сжигании мы получаем некие элементы, но энергия сжигается больше, чем мы получаем. То есть мы должны посредством питательного эликсира создать гриб, вырастить гриб. Также это и есть, собственно говоря, идея создания киновари, да, или базовой кристаллизации,
внутри нашего тела, которые участвуют в строительстве вообще всех последующих процессов алхимических. Так что питательный эликсир он важен сам по себе, взаимодействуя с продуктами, которые мы потребляем, особенно высокоэнергетическими продуктами, которые требуют более серьезной подготовки той же слюны, да, не потому что напиток имеет какую-то энергетическую ценность, или это энергетический напиток, или кристаллический напиток, он в реальности ничего не дает, кроме возбуждения. То есть, по сути, любой энергетический напиток и любая энергетическая пища, которую мы не понимаем, как принимать, вредны, потому что они раздражают нас, вызывают реакции внутри нас, и мы, собственно говоря, наоборот, отдаляемся от понимания. То есть это лжесостояние вырабатывается, где психологически мы только считаем, что мы приняли что-то полезное. То есть принимать что-то полезное нужно уметь. Но я говорю, даже на примере какой-либо морковки можно увидеть, сколько сложностей мы испытываем, подготовки слюны, принятия слюны, варки слюны, то есть вещей, которые, собственно говоря, направлены на изменение условий химии, биохимии тела. И поход за пониманием этого эликсира должно, конечно, начинаться с слюны и с умением с помощью слюны взаимодействовать вообще с любым продуктом, который мы принимаем. Здесь нам нужно учесть очень важный момент. Если мы не влияем на формирование слюны при принятии чего-то, то все, что мы принимаем, оно влияет на вырабатывание слюны. То есть слюна в той или иной мере зависит от реакции на пищу, а чем пища зависит от формирования силы слюны. То есть слюна должна быть сильная, понятная, а дальше уже искусство ее проведения, то есть энергоемкость. Это вторая трудность, так можно еще назвать, формирование эликсиров, которое имеет колоссальное значение вообще, собственно говоря, для нашей жизни, для нашего состояния, для наших возможностей, для нашей природы, которая, в общем-то, и изначально может быть и нормально не настроена на вырабатывание той же слюны. Не говоря о том, что слюна и мозг в аспекте данного эликсира единое целое. И это одно, а другое, что любая алхимическая практика, она строится через призму питания мозга. Но запитать мозг можно только при условии преобразования того или иного вида энергии, ну или, грубо говоря, получения того или иного эликсира, который вырабатывает энергию, способную запитывать мозг. То есть, в принципе, любой эликсир, соответственно, любая практика, все практики строятся от получения того или иного эликсира, направлены на совершенствование мозга, но также это понимается как на подготовку и совершенствование киноварного поля, где вводятся иные условия для алхимической работы, более высокого, так скажем, небесного плана. Ну а физиологически это просто связано с тем, что если мы питаем мозг, мы создаем условия в этом мозге вырабатывать более высокофункциональные клетки или ингредиенты. Да, то есть единственное место в нашем теле, способное вырабатывать высшие формы питания и одновременно это усваивать, является наш мозг или попросту наша голова. Так что фундаментальное условие для развития
является понимание питательного эликсира, как мы его получаем в процессе нашей практической работы.